Вот так самолетом «Ижавия» был доставлен в этом году в Ижевск благодатный огонь. В Великую Субботу, накануне Пасхи, в Иерусалимском храме он был вынесен из гроба Господня. Потом его доставили в Москву, а оттуда развезли по регионам. Верующим Удмуртии огонь везла обычная сарапульская прихожанка. Трудности очень большие. Вы знаете, что горючие жидкости перевозить нельзя в самолете. Как было трудно договориться, чтобы вот в открытом виде огонь по воздуху. Да и вообще, вот в Домодедово в аэропорт пройти с открытым огнем. Благодатный огонь – главный символ Пасхи. Но много лет он доставлялся в Удмуртию несколько дней спустя – поездом или автомобилем. Такой опыт впервые. В этот же день к пасхальному богослужению огонь был развезен по всем храмам Удмуртии. А в Сарапуле тысячи людей ждали его для крестного хода. Православные христиане считают, что благодатный огонь появляется сверхъестественным образом и обладает чудесными свойствами. Я считаю, благодатный огонь, он очищает, и как бы хочу, чтобы мою душу очистил от всякой скверны, от всех моих грехов, вот чтобы в семье было все хорошо. Почему это важно для вас? Важно для всех. Почему? Потому что это святыня, это праздник. Он нам даст надежду. Христос воскрес! Елена Галимуллина, Андрей Гусыгин, телеканал «Моя Удмуртия».